Ребятушки, всем привет, добро пожаловать на прохождение замечательной игрушечки Dungeon Siege. И я тут кое-что нашел, смотрите. Давайте-ка слов теперь можно их перетаскивать. Я разобрался как. Ну-ка. Посмотрите только на эту позу. Господи боже ты мой. Прям в боевой готовности стоит. Посмотрите, а готова напасть. Так, вроде как выбрать. Вот, и потом перетаскивать. А, во. Вот так вот. Через пень колоду, конечно, все работает. Вот, и сейчас расставим, чтобы у нас танки были впереди. Хреново, конечно, все это работает. Вот. А хиллер у нас сзади будет. И я теперь буду играть, ну, как бы за себя, да, но за хиллера, чтобы и постоянно хилить. Посмотрим, как вот так будет работать. Мне кажется, у нее и магия будет побыстрее прокачиваться. Вот, и будет. Пока мы сами не будем хилить. Я все-таки надеюсь. На сайте, по крайней мере, указано, что у нас там есть магия хилища. Вот, ну, посмотрим. Все, вот так. Так, да-да-да, погнали. Вот, и мы будем хилить. Так, как там хилить-то? А, во. Можно все-таки, видимо. Нет, нельзя. Короче, хп, видимо, полное у них уже. Поэтому... Да как их усел-то? Вот так. Вроде, видите, мы сами теперь справляемся, да? И получается... Так. Блин, я забыл, как там хелта включать. Господи, я все забыл. Так, и получается... Так, Альт-Зер или как там? Теперь у нас... Проклятие, а? Вот, теперь все по нам бьют, наши, да, и, соответственно, все будут прокачиваться, а мы будем хил прокачивать, потому что, как мне кажется, он не особо сильно прокачивался, блин, потому что он мало его юзал. Вот, а сейчас, по идее, это должно... Ни хрена там. А мы так можем, интересно? Блин, вы прикиньте туда бы сейчас, а? Лол, кто-то забрался к нам. Блин, очень жаль, что нельзя. Так. А, вот, X. Окей. Блин, как же он быстро. Так, и у нас, получается, он переносит... Туда, и там у нас может быть что-то, какое-то дерьмо. Давайте, наверное, тогда сейчас всех быстренько соберем. Блин, сейчас трудно будет. Блин, так и не успел, ты посмотри, а. Вы тогда пока тут. На тебе, получилось. О, да. Так. Хил, ты прибежал? Ну, давай. О! Когда мы-то тут сандалим-то, кто ли дело, а? Красота. Так, теперь два этих перетащим. Блин, трудно в управлении опять разбираться. Оба! Блин, я ненавижу их уже. Тупые животные. Какого хрена? Я же сказал заходить, блин. Вы-то стойте на месте.
Короче, надо, видимо, каждым отдельно, блин. Тупые ослы. Вот настоящие ослы. Вот ничего не скажешь. Так ты-то чего встал? Блин. Как же это раздражает. Так, вы давайте идите сюда. Наверное, вот так можно сразу сделать. Ну, пойди, да, все убежали нормально. Так, все, погнали. Наверное, хилу надо... Хотя без разницы. А, ну крысу призывают. Окей, давай сюда призовем. Так. Куда у нас там идти надо? Непонятно. Пока с собой побегаем. Так как бой будет, сразу-то переключаемся на хилера нашего. И норм. Блин, опять что ли? Я только не это. Ну, тут еще более-менее хрен с ним. Так, ну ослы пока... Так, мне, походу, места не хватит для ослов. Да. Окей. Тупая ослятина. Ладно, давай погнали. Так, один есть. Сейчас на второго. Ой-ой-ой. Есть. Ой, блин, ну наконец-то. О, как же тяжко так нас сохранить. Блин, я не помню, F8 или F9. Блин, давайте сначала так. F9. Фу, блин, пипец. Так, все, сами пока собираем. Потом ослам, если что, скинем. Только... Во. Если бы сейчас зашли... Я вообще с ума бы сошел. Ну, погнали. Так, что-то мой дебил не дерется. Вот этот дебил. Во! Ядрём батон. Так, надо, наверное, хила, слушайте, поставить рядом. Вот так вот. Чтобы постоянно таскался, а то, блин, выделять, блин, его. Раз. Блин, вот сейчас прикольно. Вот сейчас намного лучше. Потому что постоянно хилим. И он хотя бы прокачиваться стал. Блин. Так. Осел, давай вперед. Так, у нас получается, вот туда есть проход вниз. Давайте вниз сначала посмотрю. Я, блин, не знаю, туда идти-то, черт возьми. На самом-то деле. Так, а давайте-ка, наверное, крысу мне будем призывать. Как там?
Сейчас мы направо сделаем молнию, чтобы можно было стрелять, по крайней мере. Так, что у него там есть? Воскресенье, шар, мороз... Воскресенье, воскрешение. Так вот, холода. Блин, вот писали бы уровень, конечно, было бы здорово. Искра, сонный класс, магический доспех. Так, окружает цель. Сколько на длительность один раз? 283. Ладно, давайте молнию тогда поставим. Сейчас плохо, блин. Хотя можно вот так. Вот так сейчас быстренько сделать. На себя главное нельзя. Вот так. Надеюсь, здесь тупичок. О! Смотри, прям на меня. Так, да, тут тупичок, хорошо. Узловатая дубина. Так, какой-то дохлый труп. Сдается мне... Это этот... Может быть, брательник? Ой, как же трудно управление, конечно, тут прям пипец, надо привыкать, черт возьми. Немножко не поиграл. Заранее записываю несколько серий, блин, пропустил и пипец, сейчас вот трудно войти в колею, так сказать. Так, этот за серию у нас переключат, да? Так, тогда нам надо... Поменять ему. А, или и нам поменять. Давай нам поменяем просто. Вот так. Так, у нас... Да, у нас теперь... У нас теперь этот болван... Наш, который... Вперед, он нас не прокачивает. Но, по крайней мере, ладно. Урон наносит и наносит фиг с ним. Осел, бери, пожалуйста. Так. О, кстати, как-то можно было выбрать всю группу, я точно это помню. О, боже. Ну, бро, ну как-то он не сразу берет, но обязательно и двинуться. Немножко что-то как-то раздражает это. Так, что у нас здесь? Это броня. Так, тут вроде как ничего нету. Тоже. Так, как-то можно было выбрать всю группу. С этим надо разобрать, пока карту мира. Shift Tab. Ага, у нас юбка нет. Так, открытие меню игры, это понятно. Открыть дневник. Так, блин. Короче, давайте позырим. Это очень удобно будет. Так, горячие клавиши, управление группой, защита. Так, это нам не надо. Быстросмена оружия Q. Так, на, попробовать. Так, выбрать второе заклинание. Выбрать группу F1. То есть, наверное, вот по этим... Так, брать первое заклинание. Кстати говоря, у нас нету. А, вот выделить Ctrl-A-E. О. А кое-то у нас. А, это типа следующее оружие. Понятно. Окей. Так, ладно. Ну, кстати, очень удобно на E выбирать всю группу. Это прям вообще обалденно. Сейчас наоткрывалась тут. Во, Z брать вообще отлично. То, что нам надо.
Так, ну давай. Маленькое зелье мана, отлично просто. Блин, слушайте, во, вот это вот так нормально. Вот всю группу, если когда выделяешь, блин, вообще обалденно. И, кстати говоря, наверное, вот бы было фокусировать. Блин, офигенно всей группой. Просто обалденно. Так, у нас тут какие-то два. Два каких-то. Каких-то два. Во, теперь хоть у него это сейчас. Во! Пошло дело. Офигенно. Вообще, вот всю группу деляш, вообще красота. Все-все собирают. Так, призыв пещерного медведя. Это хорошо. Так, и у нас получается вот тут еще. Нет. Куда там? Ой-ой-ой-ой-ой. Так, и нас заколошматили. Блин! Давай мансить тогда. Отлично! Два зла осталось! О, боже мой! Так. Черт возьми. Какая же трудная игра. Так. Тут сейчас все соберем. Сейчас, наверное, может быть, что-то другое вывалится. Или тоже банкомана. Да, тоже банкомана, окей. Так. Тут все фигня. Тут без проблем справились. Получается, там нам надо просто поаккуратнее, потому что у меня хила убили за серии эти, блин. Вот, и я, собственно говоря, хилить-то не мог. Так, тут какой-то подъем, ну ладно, давайте пока. Развалимся все. Кстати говоря, можно сразу и там. Кажется, вообще отлично стало. Так, у нас там целая бригада. Блин, ого. Вот так потихоньку. Да вы, у меня маны тупо не хватает. Тупо не хватает маны. Так. Все, давайте вставайте, остолопы. Так, кто-то еще... Кто там... А... Так, господи боже ты мой.
Да отлично, вот все-таки его убило, а ты посмотри. Все, давай вставай. Блин. Вот это да, вот это трешак. Ну, по крайней мере, один, то есть ничего такого, в принципе, можем сейчас собрать. Ничего такого. Так, воскрешение, где у нас там? Блин, вот. Вот говно. Все, давай собирай свое барахло. Ну и погнали. Сам не хочет, видимо, да? Прокачка пошла. Фу. Тяжко. Так. Ну, тут вроде норм все. Фу! Вот это... Да, вот это было... Жестоко, блин. Да, уберись. Что-то еще не все сразу, блин, атакуют. Уже не очень. Так, у нас тут какие-то два подъемных каких-то. Я не знаю, может быть, это нам и надо сюда. Но давайте сначала тут посмотрим тогда. Ну, отлично. Так. Как-то подставляться, по-моему, он за серию этот наш хиллер, блин. О, давай. Так. Главное, блин, не бежать, главное нажимать, чтобы эти вперед танки убегали. А то реально я первым выхожу, меня просто с 2000 тычек сносит, блин, все, пипец. Так, окей. Более-менее, что-то как-то приноровились. У нас тут нет ничего нету. Ладно, а если в пещерки зайти? Даже не попадать надо. Отлично. Блин, потихонечку вот реально... Чё? Потихонечку вот привыкаешь к управлению, прям вообще отлично идет. О боже. Отлично идет. Ах,
Так, бро, давай. Я верю в тебя. За слайм пошли, посмотри, а. Ох, крепенький гад. Так, второй, давай за себя. Нет, тут, короче, надо загружаться. Что-то они как-то косят. Косят. Тут на через паузу, блин. Так. Даже не знаю, наверное, давайте вот этих для начала. Тут, наверное, на призывом действует. Давайте-ка нахрен через призыв. Название, конечно, исцеляющие пальцы, это, конечно, жесть. Почему ты не хочешь пить? Так, этих мы убили. Давай теперь тобой мукозу эту призовем. Очень уж она полезна. Вроде вытащили, а? Блин, вот это да. Вот это же скач. Так, все разобрались. Блин, короче, банки с хп. Вообще обалденная тема, надо постоянно их юзать. Хиллер, потому что не справляться. Так, ну давайте наверх тогда зайдем, потому что вроде как... Дальше у нас некуда, да? Здесь идет проход уже. Скорее всего, дальше там именно выход идет, а вот наверх это какая-то побочная фигня, поэтому давайте сгоняем, посмотрим. Так, что-то тут только вниз, по-моему, а не вверх. Давайте там на первую вернемся. Где она у нас была? А, мы здесь, наверное, поднимемся. Да-да. О, кстати, еще пропустили. Безобразие. Как же хорошо всю группу-то выделяете, дрымбатон. Так, ну здесь... Угу. Так, где-то тут был, вот он. Тоже, да, вниз, получается? Да, эти оба вниз. И у нас вот здесь вот еще был проход с подъем, видимо. Или, блин, здесь, господи. Подъемов-то всяких. Да, вот это первый у нас. Давайте-то сюда спустимся. Так. О, неужели? Офигеть. О май год. Так, что там полезно нашли? Ну вот когда с контролем, так вроде и неплохо. Да, тут какая-то общая система. Это общая система, видимо. Тоннелей.
Так, здесь подъем. И вроде как все, да, получается? Там, конечно, мы еще не посмотрели. Вот сюда у нас что-то еще есть. Так, тут нету. Так, а, вот. Так, мы отсюда поднялись, получается. Здесь прохода у нас нет, да? Да, нет. Окей. Получается, сюда. Так, и у нас опять сейчас дилемма. О. Офигенно. Так, мы сейчас поднимемся, видимо, вторая, да? Да, рядом, то есть они, в принципе, есть. Так, значит, дальше поперли. Вроде бы даже сюда. Так, или... А, не-не-не, вот сюда надо. Мы отсюда пришли, это было опущено, это поднято. Вот потом сюда надо идти, получается. Да-да-да-да-да. Вот, вот и следующие вот эти. А вот, ну а, ребятушки, в следующей серии уже спустимся сюда и посмотрим, что там такое. Вроде как разобрался и просто отлично идет. Спасибо большое за лайки, за поддержку, за подписку, ребятушки. И увидимся уже в следующей серии. Всем добро, друзья, всем самого хорошего и всем пока.